Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы продолжаем приключения Ратчета. Кленка сейчас нету с нами, где-то он в другом месте. Так. У тебя хватает болтов на огнебластер. А, он же сзади, как это нету его? Я его даже не увидел, он у меня за спиной сидит. Точно. Он как рюкзак. Кленк, ты как там? Нам надо идти через пещеру. Аккуратно пробираясь, потому что можно упасть вниз туда. И придется начинать опять свои прыжки заново. Ой-ой-ой-ой, я чуть не упал. Ладно, запрыгиваем сюда. Эй, здорово, ребятки, ребяточки. Как же вам тут скучно было без меня, да? Вот я к вам и пришел. Тут ящики стоят еще в углу. Сразу их неприметно было. Не видно. Так, куда идти? Ага, сюда. А, запрыгни. Можно еще наверх было сходить, на самый. Там чувак какой-то идет, аккуратно. Вот сюда можно запрыгнуть. Ну, ай-яй-яй-яй, почти же допрыгнул. Ну, раскачайся. Вот, а что здесь? А что здесь? Для чего мне надо было сюда? В принципе, ничего нету. А, вот, я на платформу какую-то залез. Окей, что это? Получен комплект галокарточек. Угу. Что за галокарточки? Это большой Эл. Ты нашел первую галокарточку. Одну галокарточку ты получаешь за победу над врагом. А в тайниках можно найти сразу три карточки. Твоя цель — собрать целый набор галокарточек. Все понятно. Собираем карточки. А что будет, если я собираю полный комплект? Об этом мы узнаем потом. Так, ладно. Карточки — это хорошо. Но нам-то надо идти дальше. Ладно, хоть я увидел, что можно запрыгнуть туда. Так, получай. А с прыжка можно и с одного удара вообще их посылать в нокаут. Идем дальше, ребята. Ах ты какой, ты посмотри на него. Сейчас я к тебе залезу, погоди. Че, тебе делать нечего, тут стреляешь, стоишь. Все. Развалился. Так, давай с него. Можно оружие собрать? Нет, нельзя. Еще роботы. Давай хоть постреляем чем-нибудь. Че мы ходим-то просто так тут? Надо все-таки улучшать еще пушечку вот эту. Но у меня теперь гранаты хорошие. Я увеличил радиус. Увеличил силу этим. Так. Ну-ка, крутанем. А что произошло-то? Вот сколько болтов. Нас научат, надеюсь, пользоваться этими болтами потом. Меня подождите, я туда хочу, наверх. Оп. Дальше. Прыгаем, бьем все ящики, потому что надо собирать все, что тут валяется. Там кто-то ждет деталей для механизмов. Ну-ка. Заглушили сигнал. Кто теперь нас спасет? О, привет, рад вас видеть. Я тут. Эй,
А мы раньше не встречались? Что-то у меня дежавю. Маловероятно. Видать, в черепушке моей винтик соскочил. Я пытаюсь послать сигнал бедствия галактическим рейнджерам с тех пор, как сюда заявились войска Дрека. Весь регион заполонили десантные корабли Бларгов. Вам надо выбираться отсюда. Не могу. Сначала я должен доставить этого инфобота капитану Кварку. Мы как раз направлялись к нему, когда наш корабль сбили. Давайте мы этим займемся. Идет. Я умыкнул его у одного из Бларгов. О, здравствуйте. Я Алонсо Дрек, председатель Дрек Индустрис. Многие из вас задаются вопросом, почему к военному звездолету класса Г маршируют тысячи тяжело вооруженных роботов? Ответ прост, друзья. Прогресс. Очень давно нам пришлось уйти под землю, спасаясь от экологической катастрофы, в которой наверняка повинна компания моего отца. С тех пор мы переключились с постройки роботов на создание планет. Теперь наш проект близок к завершению, и мы должны приложить все силы, чтобы уложиться в график. Это значит, наша дружественная армия боевых роботов должна сокрушить тех, кто хочет нам помешать. Дружественная армия, нифига себе. Они ничего не знают. Так что откиньтесь, расслабьтесь и порадуйтесь мысли, что Дрек Индастрис работает на вас. Дрек Индастрис на вас не работает. Вижу, у вас трудности с транспортировкой. Давайте я вас встречу у корабля, все наладим и подготовимся к отлету. Ты куда? Подожди. Сиганул в канализацию? Нам тоже надо туда прыгать, похоже, что ли? Похоже, это самый быстрый путь. Давай попробуем. Ну давай, попробуем. Фу! По какашкам поехали. Ничего себе тут болтов накидали. А, ну мы здесь как раз и прыгали. Мы ваш корабль починим, но сперва помогите мэру. Так, задание помочь мэру. Пошли, поможем мэру. Многовато плохишей. Внимание у всех граждан. Как вы могли заметить, произошло небольшое вторжение. Защитите планету. Мы прилагаем все силы, чтобы связаться с Бларгами и обсудить мирное решение этой проблемы. Но пока они не ответят на наш звонок, лучше не покидайте свои силы. Проклятые Бларги, как не стыдно вторгаться на беззащитную планету. Ну, вы что тут напали на планету? Доступна новая карточка. А где она? Подожди, а где она выпала? В ящике? Огнебластер. У тебя хватает болтов на огнебластер. И вот так удача. У меня как раз он есть. Болтов хватает на огнебластер. Вы молодцы. Значит, он нам сделает огнебластер или отдаст его, не знаю, что-то будет. Так, пошли дальше. Смотри, вон там коробок много. Давай все разбиваем, нам пригодится это все. Все болты. Ай! Как ты так умудрился попасть-то по мне? Ну-ка, получай. Еще один. Да хорош, ты чё закидываешь? Ну-ка, давай гранату возьмем. А где он там? А, вон он наверху стоит. На. Мимо. Попал. А, он упал уже. Он. Есть. Эти птички летят сюда ко мне. Ползут, точнее, уже. Они по земле двигаются. Ну, много-много что-то их насоздавали. Сейчас, ладно, мы все решим и мэру поможем. П-
по лесенке, идем сюда мы к вам. На, держи. А второй готов. Ну-ка, пташки, подходи-ка сюда ко мне. Они безобидные, в принципе, пташки-то эти. А вот эти не безобидные. Ну-ка, выйди. Есть, попал. И по тебе тоже. Наверняка это не последний. Внимание, Бларки! Мы до сих пор не получили от вас разъяснений касательно сложившейся ситуации. Я подумал, это какие-то... На, лови. Поэтому лично снял трубку и проверил, есть ли гудок. Потом попросил друга мне позвонить, чтобы увидеть... Ай, куда? Что делать? Как запрыгнуть? А, все, я чуть вниз не улетел. Повезло, ребята. На. Че, я не попал, что ли, по тебе? На, тогда так, лови. Залечимся. О, да сколько же их? Это же корабль мэра. Сообщение для галактических рейнджеров. Нам нужна помощь, говорит Эгнок Баквош, мэр Торбрукского кратера на Навалисе. А где он сам-то, этот мэр? Без нашей помощи мэр Баквош долго не продержится. Сейчас мы его спасем, не переживай. На. Так, аптечку пока не брать. Погоди. Ладно, можно взять уже. Вы чё, ребята? Сейчас я к тебе подпрыгну, на. Получи. Распишись-ка, получи. Так, мы пошли дальше, быстрее мэра надо спасти. Быстрее к мэру. Ребята, на, ловите. Я раздаю сегодня бесплатно прям всем. На. Кто там опять? Сейчас я к тебе подойду, подожди. Не двигайся. Да сейчас поможем. У меня, кстати, улучшился уровень, по-моему. Жизни стало больше. Было 20, стало 30. Да ты чё? Ну-ка на тогда тебе так. Все, отлетел. Давай пробежимся, надо все собирать, все болты. Это хорошая штука, пригодится. Потом нам соберем какое-нибудь оружие новое. Да, ну-ка, стой. Прям так и нарывается, а? Не ждал, да? Мэр, выходи. Уже можно выходить? Спасибо. Я думал, нам уже конец. Мы будем рады вам помочь. Почему Дрэк пытается вас убить? Это мой племянник, Скит Макмаркс. Погодите-ка, Скит Макмаркс, скейтбордист-профи. Он прислал мне Саридии этого инфобота, и с тех пор за мной гоняются бларги. Вот, взгляните. Привет, дядя Баквош! Это Скит Макмаркс! Мы с моим агентом сейчас присутствуем на грандиозном открытии магазина спорттоваров Макмаркса на Риде! Это просто потрясно! Тут столько клёвого народу! Фанаты, знаменитости, мои спонсоры из Гаджетрона! Я даже дал несколько автографов этим странноватым существам, бларгам! Видимо, у них тут на Риде дело какое-то. Стоп, минуточку! Влагосборщик! Супер незаконный аппарат по перекачке воды. По-моему, это не предназначалось для моих глаз. Держите его, у него чертежи. На помощь! Позвоните моему агенту или моему пиарщику. Хотя нет, это бесполезно. Позвоните тому, кому я не безразличен, я не хочу умирать. Скид Макмаркс в беде. Нужно лететь на Оридию. Согласен. Так, подожди. Защитите планету, найдите кого-то, кто поможет починить ваш корабль. Возможно, поищите в пещерах спрятанное сокровище. Где мы еще не были тут? Сначала нужно починить корабль. А, получилось! Спасибо, что спас сектор, друг. Приходи ко мне, подлатаем твой корабль. Всегда пожалуйста.
Так, ну нам надо починить корабль обязательно. Ваш мэр целый невредим. Меня спас один мохнатый герой и его друг робот. Моя приемная работает как обычно, то есть каждый третий вторник с 10 до 10.30. Куда мы попали? Это платформа наверх, наверное. Мы вон оттуда, кстати, пришли. Карту, карту покажи. А, ну все, в принципе, туда только идти. Полетели наверх. Итак, Рэтчет и Кланк отправились ремонтировать свой корабль при поддержке Плюмбера. Они и не знали, что скоро окажутся так близки к величию, что будет слышно, как скрипит кожа на его могучих бицепсах. Но сперва им предстояла схватка с тираннозавром зомби. Минуточку. Я не припоминаю никаких тираннозавров. Кто такой там зомби? Откуда? Ладно, ладно, Эйфалон. Ну, вроде бы все починили. Обещайте мне, не было такого. Инфобота капитану Кварку. Обещаю. Спасибо за помощь. Ерунда. Увидимся в следующем ремейке. Основные задачи выполнены. А мы не нашли сокровища в пещере там. Возможно, поищите в пещерах спрятанное сокровище. Блин, ну там ничего такого. А, вот, вот, вот здесь значок-то этот, смотри. Где-то здесь оно, в этих пещерах. А как сюда попасть-то? Как открыть? Как в пещеру попасть? Или подожди, вот здесь мы не были. Нырнуть. Это бомба, бомба, подожди, аккуратно. Кислород заканчивается, между прочим. Поэтому надо быстро делать. Давай крутанем. Вот она, эта пещера. Надо здесь найти сокровище. Что это за тварь? Кто такие-то, да? Смотри, они такие же, как те зеленые, только эти дерзкие какие-то. Ну, поплыли. Надо воздуха набрать в легкие. Так, а что здесь еще есть? Вон он бродит, ходит. Давай нырнем вниз. Собирай все. А кислород-то очень быстро заканчивается, капец. Не тренировался он дышать под водой. Вернее, плавать под водой долго, задерживая дыхание. Так. А робот-то заржаветь может, он у нас за спиной там. Стоп. Где-то здесь, в этой пещере, сокровище. Надо спуститься. А вот и лестница есть. Вон еще пруд. Готовимся. Здорово, чувачок. Один такой. А что там, он, смотри, какой большой. Они все лезут. Да он один лезет. А что ты не погибаешь-то? Вот, все. Ну эти помельче. А, вот это здоровый опять. А, правда, их много. Я-то думал, он один. Получай. Смотри, он делится на двоих.
Из одного два получается. Что за грибы? Но они хотя бы свет тут дают в этой пещере. С врагами покончено. Отлично. Теперь сокровище надо найти. Вот оно. Вот это сокровище, да? Нет. Так а где его искать-то тогда? Ну я поискал, но я что-то не нашел его. Так, если вниз нырну. Я больше не вижу, куда здесь можно так спрятать сокровище. Вот сюда. Там уже выход. Аккуратно всплываем. Где сокровище-то? Ну-ка, нажмем. Вот, как раз мы к кораблю вышли. Я совсем не понимаю тогда, где это сокровище найти. Мы уже все обыскали здесь. В грибах, может быть. Вон там что-то висит. Это что такое? Тут светится. Ну нет, это не сокровище. Где еще может быть? Какой вариант есть, чтобы найти сокровище? Попробуем залезть обратно наверх. Тут тоже нет сокровища. Хотя оно должно, по идее, в этой пещере быть. В этой пещере. Ну-ка, вот здесь по центру что-нибудь есть, нет? Ну, хотя я уже тут плавал. Нет. А как тогда? Куда? Где может быть сокровище? Похоже, придется выплывать. Стой, не вниз, наверх надо. Почему я эти ящики не разбил до этого? Ну-ка. Но это все равно не сокровище. А вот здесь, может быть, нет? Это просто лужа. Ну и все, больше-то я и не вижу где. Остались без сокровища. Ладно, фиг с ним, ребята, с этим сокровищем. Идем чинить корабль. Но перед этим надо заглянуть сюда. Сделай одолжение, купи что-нибудь, а? Еще пара сделок, и я выиграю набор ножей для стейков. А, вот можно купить протонный барабан. Огнебластер. Так у меня хватает и на то, и на то. Купил. Купил? Не купил. Купить. По рукам! Так, а боеприпасы? Купить. Давай улучшим. А что будем улучшать-то? Я думаю, что взять-то? Давай воспламенитель будем улучшать, потому что... Все по чуть-чуть надо, в принципе, улучшать. Воспламенителю дадим. Что мы ему улучшим? Стреляет огненными шарами, плазмами. Он наносит небольшой урон, но у него большой запас боеприпасов, так что он станет хорошим
запасным оружием. Ладно. Давай его и улучшим. Можем, кстати, еще попробовать огнебластер улучшить. Давай, всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Дальность позволяет уничтожать врагов с еще более безопасной дистанции. Пойдет. Берем. Ну, потом еще разовьем, ребята. Остальное тоже можно будет все улучшить. Протонный барабан. Как им пользоваться, пока не знаю. Ну-ка, нормальная штука. Я думал, он будет бить всех. Хорошая штука. Ладно, потом испробуем на ком-нибудь. Все, мы можем лететь. Рэтчет и Кланк были рады узнать, что на их отремонтированном корабле появился улучшенный компьютер для навигации в подпространстве. Мы можем лететь в другое место. Скорее на Керван, предупредим рейнджеров. Но это будет, ребята, в следующей серии. Полетим. Вы узнаете, куда я полечу. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи, всем пока!